Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет заряд выше экрана, это значит, что у нас тут намечается переход в другой мир. Поэтому сажусь поудобнее, хватайте ништячки. И поскакали. Ёшкин кот. Вот так тропики. Ёб твою мать, красотища какая. Свет, он едва виден. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Проклятие, так что быстро. Происходит? Чтобы восстановить магию Бибрёста, нужно шагнуть в свет. Будьте очень осторожны, чтобы не попасть. Нет! Бляха, муха, придется вдвоем расхлебывать. Она не погибла, правда? Нет, вряд ли. Идем. Держись рядом, ничего не трогай. Да, а это что? Тихо. Прочная штука. Обход. Наверное, все-таки да. Хлоп. Денежка. Похоже, ты это убил. Ого, а это что? Это не наше дело. Соберись. Ну, спизди денежку надо. Это что за... Истребительная авиация. Война. Ее финал. Эти проиграли. Блин, этих ребят не так просто гасить, знаете ли. Почему они нападают? Мы ничего не делали. Будут еще. Фу, откуда взялась эта гадость? Да! Что-то сказал? Нет. А, ладно. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Это Синдри? Ох, ебать. А ты что тут забыл? Если все же дашь, с
Скажи ему подольше отпускать сталь. Он корюжит лезвие. Ну, а ты, юноша? Что-то забыл? Качаемся. Где ты их вообще носил? Теперь все будет аккуратно. А тебе, юноша? Что-то еще? Дай подумать. Смотри, там на берегу лодка. Ты из лодки нашел, малец. Так, Блэйд. То есть надо было все три раза махуюжить, что ли? Что сказал? Я молчал. Чё тебя глючит? Ну ладно. Малис, ты чё голоса в голове слышишь, Говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. В художественном фильме спиздили. Мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас их дела не касаются. Так, а куда заплывать-то? А, вон дырка. Или дальше идти? Походу дальше. Ох-ох-ох. Вот она, магия консольных портов. Не могу выйти, где хочу, и покопаться насчет ресурсов. Хуй там. Погляди, наверное,
нам! Ебать, колотить. Красиво, ничего не скажешь. Все уладить. Альфхейм прекрасен, но война. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Так, вот они это. Накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Левый фланг! Ах ты падла! Кольесика. Вроде что-то получилось, кажется. Гляди в оба, сын. Ага. Потому что мы чужаки. Стой. Если сложить вот так, похоже на руну. Это бессмыслица. Идем. Так, а ну-ка, ну-ка. Так. Да что ты будешь делать, а? Нафига ты лодку-то сел? Понятно. Ты я сглупил. Во-первых, эти черти меня потрепали немножечко. Тут больше ничего нет. Может, нам еще раз осмотреть чашу песка? А где она есть-то? Это ваша чаша. Ага, я так понимаю, мне надо все-таки плыть на лодке. Буль, мазафака, буль, буль. Оп. Не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. Продолжим в другой раз. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Что это? Ого, что мы нашли?
отец? Да. Те голоса. Я... Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога? Назад, быстро. Это не к добру. Война войной, а пиздить по расписанию. Так, башняк, ему кажется... Опа, печатки. Называется «Хер ты сыщешь» три печати. За мной, Атрей. Сейчас. Ладно, хуй с ним, с сундуком. Посмотрим. Но ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ну, блядь. Мы ничего не делали. Сука, нах. Ни хера не понял. Ща.
Но ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Да что ты будешь? Мальчик, не хватит об этом. Ладно. Не, все-таки. Так. Почему все на Z? Да что ты будешь делать? Почему З? Блять, да что с управлением? Ну вот, блин. Почему, блядь, Z да Z? Почему Z плюс Z? Как я должен нажать? У меня две кнопки Z на клаве, что ли? Ебаный в рот. Нахуй вертело, конечно, нормально. Но ты был неправ. Да.
Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ну, чучело. И теперь мне надо вспомнить кое-что. Вот так-то. А нас там уже ждут. Вот теперь пойдет жара. Вот ты сучка, а? Куда дальше? Держись, мальчик! Сражайся! Скорей! Вот он дал по тапочкам, а? Мой же топор, урод, спер, а? Ты на него ля. За месик. Так, навыки, говоришь.
Ну чё, господа, посикарашили дальше? Хотя нет, наверное, всё-таки прервусь. Спасибо всем, кто смотрел. Луис и писька. И до свидания. Адьёс, братва.